А начать я хочу с темы донорства различных компонентов крови. Из-за пандемии люди стали гораздо меньше сдавать кровь. И она причем нужна до сих пор. Естественно, никто не отменял ни экстренные операции, ни помощь онкобольным. Во всех регионах России вот в повестке есть такая проблема, то есть есть потребность в компонентах. И вот сейчас я покажу вам эту новость. Всего в этом году в Тюменской области статистика не сильно хуже, чем в прошлом. На сайте «Я донор» есть светофор. Он показывает потребность в той или иной группе и регулярно обновляется. На станции переливания в этом году уже пришло почти 16 тысяч доноров и выполнено около 37 тысяч кроводач. Уменьшилось количество доноров плазмы, они переведены в доноры красной крови. Выросло количество доноров тромбоцитов. И вот, кстати, о плазме. Если человек переболел коронавирусом, он может сдать свою плазму и тем самым помочь в лечении больному COVID-19. И вот тут нужны подробности, потому что и меня эта тема коснулась, я переболела и заинтересовала меня эта тема. Как понять, вот, например, что я подхожу, ну и как любой другой человек? Что я должна сделать поэтапно? Сколько времени это займет? Я сейчас расскажу на своем опыте. Я была донором всего один раз в жизни, это аж в 2012 году было, в августе. И вот в этот вторник, в обеденный перерыв, я пошла сдаваться на станцию переливания крови. Тут нужно понять, вот мой титр антител подходит или нет. Пришла я на станцию, обновила все свои данные, попросили у меня паспорт и СНИЛС, и потом отправили к терапевту на прием. Меня осмотрели, я заполнила анкеты, сдала кровь на различные показатели. И вот в тот день мне не удалось сдать, естественно, плазму, потому что сказали, что вот только в четверг, в пятницу я смогу прийти и сделать это, когда будут готовы анализы. Если человек регулярно сдает свои компоненты крови, то у него все пройдет гораздо быстрее. И вот, кстати, сдавать антиковидную плазму нужно только после полного выздоровления, когда в крови уже нет иммуноглобулина группы М, а есть остался только иммуноглобулин группы G. И вот у меня прошел после выздоровления месяц, так что мы посмотрим, потом с вами тоже поделюсь. Плазму можно сдавать людям до 55 лет. И вот на все про все уйдет примерно около часа. У меня, кстати, есть комментарий главврача областной станции переливания крови Александр Гаврилея, давайте его послушаем. Антиковидную плазму мы начали заготавливать в апреле. Первый плазмоферез мы провели 23 апреля. Мы практически вторые в России после Москвы. Екатеринбург начал позже, на неделю. За все это время мы заготовили 450 литров на сегодняшний день. 450 литров антиковидной плазмы. Для примера хочу сказать, что вся Московская область, имея 33 учреждения службы крови Московской области, во всех городах, во всех больницах, они заготовили по 11, я смотрел статистику, по 11 ноября примерно такое же количество. Плазма сдается, да, на специальном аппарате, на сепараторе. То есть там происходит следующее. Берется порция крови, 250 мл, контур замкнутый. Происходит взятие крови 250 мл, смешивается с специальным раствором, чтобы кровь не сворачивалась. И происходит центрифугирование. Под действием силы тяжести эритроциты наседают вниз, плазма, как легкая, поднимается вверх. Плазма собирается в отдельную емкость, эритроциты донорские возвращаются донору. Это целая наука, конечно, вот не упасть бы в обморок от этих рассказов, но мысль о том, что я могу кому-то хоть чем-то помочь, она меня греет, и я думаю, что вот в борьбе с пандемией сейчас мы все должны объединиться, сплотиться и помочь тем, кто чем может, в общем-то, так.